Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, прохождение второй части зомби-апокалипсиса. Ребята, как я понял, первая часть вам очень сильно понравилась, потому что на трех частях прохождения этой карты мы набрали больше, чем 4000 лайков на каждой части. Поэтому, ребята, держите, это вторая часть прохождения замечательной карты о зомби-апокалипсисе, да? И мы продолжим выживать, искать путь, как выбраться с нового города. И это будет уже не маленькая деревушка, а большущий город. Поэтому, ребята, готовьтесь. Новые приключения вместе с зомби нас ожидают на этой карте. Но не забываем, если вы хотите видеть сразу же новую серию, мне нужно об этом знать, ребята. Вы должны мне дать понять, что вы хотите видеть продолжение. Поэтому как только... Чем больше мы лайков наберем, тем быстрее выйдет новая серия. Если набираем 1200, то сразу выходит новая серия. Поэтому, ребята, не поленитесь. Именно вы можете ускорить выход новой серии. Также подписываемся на мой канал. Каждый подписчик для меня как друг. Я всех вас приглашаю вступить в нашу большую дружную семью. Если вы еще не подписаны, я прям всех вас расцелую, если подпишитесь, потому что каждый подписчик — это для меня новый друг. Да, ребята, вступаем, ставим лайки и также смотрим новое видео. В принципе, сейчас мы к нему сразу же и перейдем. Ну что, ребята, вот мы и начинаем наше выживание. Посмотрим, какие сюрпризики и вообще, что готовит нам вторая часть этой очень крутой карты, которая вам, я надеюсь, понравилась. Потому что, ребята, вы прям сумасшедшие. Вот дайте я просто скажу, я вам реально восхищаюсь. Вы прям реально сумасшедшие. Потому что на трех частях прохождения одной карты мы сумели набрать больше, чем 4000 лайков. Ребята, вы прям сумасшедшие нафиг. Я реально с вас поражаюсь. Ну, я вам просто говорю большое спасибо за это. Но также, если вы хотите видеть следующие части прохождения вот этой карты как можно быстрее, то в принципе вы также можете поставить лайки. И если мы наберем тоже много лайков, то новая серия выйдет еще намного быстрее, чем обычно. Но, ребят, сейчас мы на этом будем заканчивать, на этом рассуждении, и сразу же переступаем к самой карте. Давайте посмотрим на наш вид сцены. Это вторая часть. Вы помните, какая была первая часть? Маленькая деревушка с заборчиками, да? Стеной вокруг этой всей деревни. И посмотрите сейчас на вот это. Какая вот эта большущая фигня. Ну, фигня в смысле, в хорошем смысле, да? В смысле, в хорошем смысле. Я не знаю, если нам смысл сюда подниматься. Вот тут, в принципе, должен быть вертолет. Кто его нафиг знает? А может, он тут не будет через несколько серий? Наверное. А, слушайте, знаете, как было бы прикольно, если бы мы, допустим, нашли какой-то... убежище, да, подземное убежище, и в том подземном убежище была бы какая-то кнопка призыва там экстренного вертолета. И прикиньте, за нами бы прилетел вертолет, и нам обратно нужно бы было забраться на вот эту высотку и сесть в этот вертолет и улететь с этого города. Фиг его знает, ребят. Я честно не знаю, что нам готовит эта новая карта, но надеемся, то, что она будет еще намного интереснее, чем первая. Я реально хочу надеяться. Потому что тут ничего у нас нету, нет. А, нужно все лутать, ребята. Вы знаете то, что нужно лутать все подряд, все, что мы видим. Поэтому не расслабляемся. Нужно реально сосредоточиться. Нам же нужно как-то выжить. У нас, в принципе, уже даже кончается хавчик. Точнее, хавчика у нас толком-то нету, да. То, что у нас сейчас печенюшки, это ничего. Да, круто. Ух ты, ни хрена себе! Извиняюсь, ну как бы тут мы сразу тут нашли 3 алмаза, это даже очень круто. Ну, это нас готовят к выживанию. Я не знаю, что нас тут ждет на этой карте. Я не знаю, какие тут сильные монстры или не сильные монстры, какие тут вообще монстры есть, как они справятся, так же, как и на предыдущих частях, в предыдущей части. Я не знаю, ребята. Посмотрим, посмотрим, что вообще нас ждет тут на этой карте. Но... нам нужно как можно меньше падать. Потому что мы еще даже не выбрались с первого здания, где мы заспавнились. Мы еще даже отсюда не выбрались. А у меня уже меньше, чем половина здоровья. И у меня уже голод, то что здоровье просто-напросто не восстанавливается. И это очень плохо. Это очень плохо. Вот, хорошо, что мы сюда пробрались. Да. Пустой сундучок. Пустой сундучок — это фиговенько. Да, я даже туда не могу пройти, то есть нам 100% нужно падать. Ребята, пожалуйста, у меня 3 сердечка. Тут у вас нету вообще никакой еды. У вас пустые, мать вашу, сундуки. Это не очень круто, согласитесь, это не очень круто, потому что сейчас кто-то сюда придет. Любой зомби, который встретится на нашем пути, сразу же нас убьет с одного удара.
Что это за фигня? Это видно, что эта карта намного хардкорнее, чем первая. Поэтому, ребята, готовьтесь, то, что мы будем много раз умирать. Но все же, у нас задание выжить, поэтому, ребята, поэтому будем надеяться. У нас, кстати, есть дневники какие-то, мы это все прочитаем, но прочитаем, ребята, как настоящие выживальщики. Или как это правильно сказать? Как настоящие выжившие, да, как настоящие профи зомби-апокалипсисе. Мы будем читать эти книжечки только тогда, когда мы найдем укромное местечко. То есть, когда мы сможем спрятаться, будем находиться в каком-то доме, запертом. Круто. Нам уже жопа. Будем находиться в каком-то запертом доме. Будем, в принципе, в полной безопасности. И будем знать то, что нас никто не сможет ни тронуть, ни убить. Я не хочу никуда забегать. Я просто хочу отсюда свалить нафиг и больше тут ничего не смотреть. Ну, здравствуй, мир после... апокалипсиса. Будем мы сейчас искать, что у тебя тут есть. О, первые ботиночки. Это уже круто. То есть мы уже так быстро не это не это ли удачное местечко, чтобы облутаться? Нифига себе, смотри, какой тут и текстурпак красивый, и смотри, какая-то карта красивая. То есть тут даже нам пишет то, что ничего не воруй, чувак, ничего не воруй. Тут... Security System, то есть смотри, офигеть, ну хорошо то, что хотя бы еда какая-то маленькая есть. Это не очень круто, то есть, ребята, нам на улице даже писало, там все было продумано. Там все было продумано, мол, ничего не граб, чувак, ничего не граб, потому что там находится система безопасности, там ты находишься под видеонаблюдением, поэтому даже не смей ничего грабить. И как только мы зашли в магазин, смотрите, что нам написало. Нам чат написало то, что блок был поставлен, то есть вы понимаете, что произошло? Ребят, вы понимаете, что произошло? Создатели этой карты, то есть, это находится под... защитой. Магазины находятся под защитой. Как только мы туда зашли, вот это самый крутой магазин, который я только видел. Тут мы найдем сейчас кучу еды, я надеюсь. То есть вы поняли, что произошло? Как только мы зашли в тот магазин, сработала система безопасности и был заспавнен блок призыва зомби. То есть был заспавнен блок спавна зомби. Ух, тут даже тортики есть. Если вот так самым дебильным образом разговаривать, да, то был заспавнен блок спавна зомби. И это офигеть как круто. Это офигеть как круто, они это все продумали. Лук у нас уже, кстати, есть, и еды у нас уже хватает. Фух, это очень круто, то, что еды у нас хватает. Круто, ты меня прям подтолкнул, спасибо тебе. Еды-то хватает, но... Но фиговенько, знаете что, ребята? Ух, это прям, знаете, что такое? Это, как я понял, этот фургон... Да, ребята, смотрите, этот фургон принес сюда еду. То есть он сюда доставлял еду, и это этот магазин называется Good Food. И то есть тут даже написано то, что сюда тут не парковаться, потому что тут у нас проходит разгрузочная работа, да, то есть. Кстати, мы верстак можем найти и скрафтить алмазный меч. Нужно вот это все сейчас поискать. То есть, вот. То есть вот этот чувак сейчас пришел, мы сейчас будем тут разгружаться, поэтому, пожалуйста, не закрывайте там место для того, чтобы тут вот этот грузовик стал. Дайте нам или верстак, или хотя бы какой-то меч, потому что у нас ни одного меча нету. Я вообще не знаю, то есть мы отбиваться вряд ли как-то сможем. То есть вы видите то, что на нас первый же зомби нападает, и я сразу же от него убегаю, потому что у нас даже нету, никакого... Это типа телевизора, то есть у нас нету даже никакого варианта выжить, потому что как только у нас начнут бить, то... Ну что мы сможем сделать? Ничего. Это я еще помню с предыдущей части, то есть когда вот тут есть кнопочка, мы можем туда нажать, и там 100% что-то будет. Тут у нас ничего нету, поэтому поднимаемся, ребята, еще выше. Дайте нам, пожалуйста, верстачок. Где, по идее, вообще может быть верстак? Ребята, думайте, где может быть верстак. Может. Ну, в каком-то магазине он 100% должен быть, но в каком магазине нафиг? Ну, и в больнице вряд ли будет. В больнице, в принципе, там должны быть какие-то медпрепараты. В полицейском участке, в принципе, хоть что-то. То есть я не говорю, что это суперское оружие, но хоть что-то, я согласен.
это можно вот сюда, это можно вот сюда, это можно вот сюда, это можно вот сюда. Как-то очень много зомби, давайте я немного потише сделаю, где-то вот так. И потопаем, ребята, дальше. Тут у нас ничего, мы уже все облутали, поэтому, ребята, топаем дальше. Ну, каменный меч. Фернанд. Каменный меч. Ну, что вам сказать об каменном мече? Это фигня, конечно же. Мы сейчас, мы прямо сейчас уже можем себе сделать и железный меч. Это мало того, то, что мы можем сделать себе железный меч. Так мы можем уже сделать себе даже алмазный меч. Это офигеть как круто, потому что в какой в первой же серии? Да мы же на первом же этаже там. Даже не на то, что первом этаже. Мы спустились на пару этажей ниже. И мы сразу же нашли вот эти три алмаза. Тут у нас ничего. Нужно нажимать на кнопочки, ребята. Нужно нажимать на вот эти все кнопочки, потому что создатели вот таких карт любят... Кстати, а на кухне нету там верстака? Если там есть верстак, то я самый слепой человек в мире. Нет. О, меня пронесло, потому что сейчас мы... Сейчас бы меня все просто-напросто загадили с ног до головы. Если бы тут где-то посередине кухни стоял верстак, где-то вот тут стоял бы верстак, на каждом этаже, я его вот так пропускал, мне кажется, мне бы тут обгадили реально. Во всех смыслах. Хорошо, что там его не было. Я не верю в то, что я так говорю, что хорошо, что там его не было, но все же. Фух, так. В магазине у нас нету, в большой, в многоэтажке у нас тоже нету. Где мы еще? Заправочка, ребята. Заправочка. Кстати, нам нужно посмотреть, как мы будем убивать зомби. Четыре удара, чтобы убить одного зомби. Я не знаю, будут ли тут ночные зомби. Давайте мы не будем... Ребята, кто согласен, пишите вот сейчас прямо в комментарии. Кто согласен, чтобы мы не убивали мирных животных вот тут на карте зомби-апокалипсиса? Потому что мир все-таки и так уже вымер. То есть все люди умерли и они превратились в зомби. Это живые миленькие существа, которые продолжают расцветать, размножаться в мире, ну, пока их зомби не скушают. Но все же они же продолжают жить, и в принципе они нам не предоставляют никакой опасности, поэтому я, вот лично мое мнение, я считаю то, что они заслуживают жить, поэтому, ребята, я их даже не буду трогать. Даже не просите меня, чтобы я их убивал. Кто согласен, ребята, прям ставьте лайк, пишите в комментариях то, что вы согласны, потому что это реально так. Ну, это лично мое мнение. А, молочко. Так, что мы можем взять, что мы можем выкинуть? Нужно думать прямо сейчас. Это мы, кстати, можем одеть. Это мы, кстати, можем уже одеть. Свифтнес. Да, это под водой, это можно выкинуть. И что мы еще можем выкинуть? Давайте яичко выкинем. Зачем нам нужны, в принципе, яичко, да? Так, ну, пока что безопасность, вот это, там же тоже было вроде написано то, что это находится под видеонаблюдением. Ух ты, как я понял, да, но пока что ничто не сработало. Кстати, мы можем сейчас забегать вот в эти магазины, как видите, тут тоже всегда есть еда. И также расположены вот эти все... Сейчас, тут у нас что? Расположены вот эти все торчики, и, в принципе, их даже брать с собой не нужно. Просто забежать, скушать, да и все. Что у нас тут может быть? Тут у нас закрыто, никакого рычага нету. Ребята, кто смотрел предыдущую часть, то смотрите, тут опять прапор или флаг. Я так и не понял, как это на русском сказать. И кролики опять. Флаг Украины, то есть... Ну, круто, я не знаю почему, но это, ребят, это не Украина, нет, не радуйтесь, это какая-то американская карта, это, в принципе, американский город, поэтому, о, Night Vision нам нужно взять. Создатель карты просто решил то, что, ну, флаг, то есть, вот этого города должен выглядеть именно так, не будем его судить, в принципе, это его было решение, поэтому... Так, валим отсюда. Нам нужно нам нужно найти где-то ночлежку. Нам нужно где-то переночевать. Плюс тому то, что уже дождь начал падать, зомби начали спавниться вокруг нас. Ух, это не очень круто. Поэтому, ребята, нам нужно найти, где можно переночевать. Где мы еще не были и где найти лучшее всего место. Ребята, давайте свои предположения, куда нам можно идти. Потому что сейчас вот это у нас больница, как я понял. Как вы думаете, может нам переночевать в больнице? Если нас, конечно, не убьют. Хотя тут вроде у нас видеонаблюдение, мы не сможем в больнице переночевать. Что у нас тут? Что у нас тут находится? Что это такое?
какая-то муниципальное здание, но я надеюсь, что нас тут никто не будет встречать. Нам реально нужно найти какое-то уютное местечко, чтобы переночевать. Не комнату, конечно, мы можем сейчас взять и закрыться в любой комнате, да, и в принципе нас там никто не тронет. Но я все же хочу, мало того, то, что верстак какой-то найти, так я хочу еще реально укромное местечко найти, чтобы переночевать. Что у нас тут? Тут у нас лифт, да? Написано то, что лифт. Тут у нас ничего. Тут у нас, походу, кулер стоит. Мы пить, к сожалению, не можем. И тут у нас... Ребята! А давайте мы возьмем это. И давайте мы все-таки даже возьмем... Лапис. Потому что... Сейчас. Вот так. Замечательно. Не, все-таки нас... Ребята, тут открытая местность, то есть они смогут за... Ух ты, нифига себе, прям засада. Полицейский участок. Но я не думаю, то, что это самая лучшая идея идти и прятаться в полицейском участке. Но у нас, в принципе, выхода нету. Может, нам опять как... Нет, давайте все-таки туда лучше не будем идти. Если у нас была камера видеонаблюдения где-то... где она была? В поликлинике, да? То, в принципе, в полицейском участке она 100% будет. Поэтому, ребята, нам нужно где-то спрятаться. Под мостом... Да. Под мостом я хотел спрятаться. Не самый лучший вариант, потому что тут все-таки... Плюс тому, то, что темно. Так, тут еще... Может, нам в поезде спрятаться? Это уже у нас поезд. Или вот тут какой-то уютненький домик есть. Я так считаю. Кролики туда же, кролики нас вокруг охраняют, поэтому я думаю, что это реально уютненькие домики, в принципе, нас тут никто не должен тронуть. Здрасте. У нас гараж тут. А кто, ребята, помнит, то в первой части, где мы прятались? Мы прятались в фермерском домике, то есть мы нашли один фермерский домик сразу же на начале, и мы там прятались. Пока идет ночь, мы сразу же можем осветить тут все вокруг, тем самым то, что положим в печку пережариваться нашу еду, которую мы нашли за время всего нашего путешествия. Поэтому, ребят, дайте мне войти в тубзик. Но, к сожалению, верстак я так и не нашел. В принципе, на кухне, по идее, должен быть верстак. Но, как я вижу, жители этого города не очень любили ставить дома верстаки. А точнее, вообще не любили их ставить. Поэтому вряд ли мы их найдем. Нужно тоже искать что-то за картинами. Может, там будет что-то спрятано. Удочка. Ну, не знаю, есть ли смысл это брать. Будем ли мы кого-то приручать. Точнее, использовать его... В качестве, не знаю, лошадки, да? Пока это у нас тут жарится, ребята, мы можем выбежать на ночную прогулочку. То есть, ну, пока что нас тут никто не трогает. Что у нас тут есть? Тут у нас ничего нету. Но кто-то уже рядом есть, кто-то уже сейчас в наш домик хочет забраться. Но мы ему не дадим это сделать. Что у нас тут есть рядом? Что у нас есть рядом? Еще один очень-очень и очень какой-то... Я смогу тут забраться, пока к нам вот этот зомби... не подбежал. Вряд ли я там смогу забраться. Давайте... Не. Мне кажется, я туда не смогу перепрыгнуть. Там очень высоко. Или то ли... Далеко или нет. Все-таки я смог. Пока у нас там жарится еда... Ух ты. А я не смогу это, да, забрать. Пока у нас там жарится еда... Я не вижу смысла это брать. То мы облутаем еще один домик. Дайте-ка я выключу дождь, а? Потому что, мне кажется, всем уже надоело слушать вот этот звук. Тут у нас можно забрать вот это. Тут у нас что? Fire Resistance. Ну, в принципе, мне кажется, на этой карте даже лавы не существует. Поэтому нету смысла брать вот этот Fire Resistance. Пускай лучше он там себе валяется, да и все. А в принципе, мы же можем переночевать, ребята. Что мы тупим? Точнее, что я туплю? Мы же можем просто взять и переночевать. Рядом... Очень круто то, что зомби никаких не было, и мы просто смогли благополучно прожить первую нашу ночь, с чем я вас всех, ребята, поздравляю, потому что первую ночь мы все-таки уже выжили. Сейчас, яблочко, сейчас нужно посмотреть... О, крутой душ. Нужно еще посмотреть, сколько нам нужно выжить. И, в принципе, знаете что... Я не знаю, сколько серий получится прохождение этой карты, ребята, это зависит от вас, как я уже много раз говорил, в принципе, многое чего зависит от вас, если вы хотите продолжение, вы знаете, что делать. Но все же, так, в каком домике я был? В этом, наверное.
Но все же, ребята, мне нужно знать, реально хотите ли вы продолжение или нет. И, в принципе, знаете, что делать. Мне нужно сейчас составить план, чем мы будем заниматься. Потому что вот так... давайте, чтобы выкинуть. Вот картину выкинем. Вот. Еще чтобы выкинуть. У нас опять полный инвентарь. Я не знаю, ребята, что вы... Рафчикен, сырая курица, сырая... кролятина. Давайте вот это выкинем. Зачем нам нужен сахар, да? Ребята, знаете что? Барбекю тут у нас. Мне нужна ваша помощь. Пишите в комментарии ваше мнение, где я могу найти верстак. Где может быть верстак? В каком здании? У нас есть или медпункт, то есть или поликлиника. У нас есть полицейский участок, который мы уже нашли где-то вот в том направлении. У нас есть, я если честно не запомню, потому что была ночь, было страшно, было много зомби и также падал дождь. И если честно, мне не очень уютно было, поэтому я просто сбежал. Что у нас тут есть? Living area, то есть тут кто-то у нас жил. Что-то у вас все без сигнала, ничего не работает, ну в принципе понятно, да, почему? Так, что у нас тут есть? Ребята, дайте-ка мне верстачок. Почему в этом городе никто не любит верстак? Это самая нужная вещь, которую вы в первую очередь должны покупать себе в дом, как только вы куда-то переедете. А знаете, это пожарная станция, ребята. Я только сейчас понял, это пожар... Ни хрена себе, извините, ребят, за выражение, но ни хрена себе... В этой карте даже есть пожарная станция. Ну, в принципе, все понятно, то есть... Ведро с водой, тушить огонь, также топор. Что у нас тут есть? Ну, в принципе, да, можно вот это взять. Не, ребят, я не выкидываю, я выкидываю вот это. Что у нас есть? Да, нам нужно вот это взять. Вот так. И мы фулл железный сет. То есть у нас есть уже фулл железный сет. Ну что, ребята, давайте напоследок... Перед тем, как заканчивать серию, мы тут пробежимся. У нас тут есть полицейский участок, у нас есть тут многоэтажные дома. Я не помню, с которого мы слезли в принципе, там же, где мы заспались, где-то вот тут, наверное. Да, вот тут. То есть тут мы не были, мы были вот тут. Тут у нас есть поликлиника, да, медпункт. Поэтому, возможно, то, что у нас там будет какой-то верстак. Что у нас есть еще тут? Вот тут мы появились, поэтому на это здание, ребята, даже не смотрите. Я не знаю, что это. Может, это какая-то школа. Это у нас заправка. На заправке у нас нету ничего. Тут у нас магазин продуктов. Продукты мы уже все забрали, точнее, своровали, да? Ну а что? Тут у нас какая-то резиденция. Что? Это у нас как будто, ну, что-то... Не знаю, пункт быстрого питания. Кстати, мы сейчас сюда быстренько забежим и схаваем вот этот тортик. Зачем мы будем тратить наши предметы, если мы можем тортик схавать? Тут, как я понял, это у нас доки, да? Вы видите то, что у нас тут есть очень крутой мостик, который, конечно же, взорван, поэтому нам нужно будет найти обходной пункт, точнее, обходную какую-то дорогу. И, по идее, там у нас большущий корабль, если я правильно заметил. Это у нас какой-то большущий корабль с много... на котором находится много-много-много контейнеров, и в принципе в тех контейнерах может быть что-то полезное. Как видите, тут у нас грузовые краны, поэтому, ребята, мы туда вернемся. Это у нас я не знаю, как это будет. Короче, поликлиника, больница, да и все. О, вот это нужно брать. Какое зелье мы можем выкинуть? Night Vision нам нужен. Скорость мы, в принципе, можем и сейчас выпить. Ну, а чё? Хилинг 1, хилинг 2. Вот так, замечательно, ребята. А что у нас тут есть? В принципе, это у нас тут... Что это у нас тут такое? Были ли мы тут? Нет, мы тут не были, потому что у нас тут еще... Open Employees Fund. Я, если честно, не знаю, что это за... То есть, банк может опять какой-то? Или что-то в этом роде, да? Вот это мне нужно. Вы знаете, что это такое, ребята? Конечно, вы знаете, что это такое. Только я не знаю. Ну, бронька на конячку, в принципе, может нам даже пригодиться. Поэтому я не знаю, что мы можем выкинуть. Книжечку. Зачем нам нафиг нужна книжечка, да? Так, походу, банк то ли какой-то. Да ты, офигеть, ты лагучая жопа. Так, что это у нас, ребята? Предположение, что это у нас такое? Kitchen. Это у нас кухня, это у нас лифт. Ни хрена себе лифт. Да, так, нет.
Нет. Дайте мне выбраться. Если это у нас кухня, значит, у нас тут должно быть куча... Верстак. Я не знаю, в какой заднице они хранят верстак. Но я еще раз повторяюсь, это самое главное, что у вас должно быть нафиг. Это верстак, мать вашу. Дайте мне верстак, потому что это... А знаете что, ребята? Давайте мы, в принципе, тут даже закончим на вот на этой кухне. Потому что сейчас... Пока мы заканчиваем, я поставлю все на пережарку. То есть вот это я поставлю сейчас сюда, я поставлю вот сюда кролика, потом курочку, потом еще говядину или свинину. Я не знаю, ребята, что вы любите, что вам нравится, но в принципе мы заканчиваем на вот этой кухне неизвестного нам здания. И мы продолжим, ребята, в следующей серии. Вы знаете, что делать, чтобы она вышла сразу же, как только мы наберем 1200 лайков, я сразу же выпускаю новые видео. Но, ребята, ставьте лайки, это одна секунда, за которую, если вы поставите лайк, то я действительно буду вам очень сильно благодарен, потому что мне знать нужно, нужно знать, ребята, хотите ли вы следующую серию, и вы просто-напросто можете дать мне понять, поставив свой лайк, и я сразу же увижу то, что вам понравилась вторая часть нашей зомби-карты, и я сразу же выпущу следующую часть. Да, ребята, также не забываем подписываться на мой канал, ссылочка... Ну, какая ссылочка? Вот там в уголку, дайте-ка я посмотрю, да, я правильно показываю. Вот в том уголку есть большая красненькая кнопочка с надписью «Подписка», если вы ее еще, конечно, не закрыли на начале серии. Также под видео есть тоже красненькая кнопочка с надписью «Подписка на канал». Я буду очень сильно рад, если вы вступите в нашу большую дружную семью, потому что, как я много раз уже говорил, каждый подписчик для меня как друг. Я просто-напросто буду рад выпускать новые серии для своих новых друзей. Поэтому, ребята, я еще раз говорю большое спасибо за просмотр, если вы именно досмотрели это видео до конца, потому что вы действительно заслуживаете уважения, потому что не каждый просматривает видео до конца, он, в принципе, многие просто-напросто выключают сразу же в начале, но если вы просмотрели, то большое вам спасибо. Также, ребята, сегодня мы уже, кстати, прощаемся, но встретимся в следующей серии, когда она выйдет, зависит только от вас, вы знаете, что делать. Еще раз скажу большое спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!